Вы на канале Мимишки Докс. И сегодня у нас видео о том, как Фаня первый раз едет на свою первую тренировку, первые уроки. В этом нам поможет наш местный кинолог. Он занимается у нас, дрессирует собак полицейских пород, служебных пород собаки. Вот, немножко там есть специфика. Ну, для начала, для старта это будет для нас как эксперимент и послушание, да, для того, чтобы Фанечка могла на выставках себя чувствовать комфортно вместе с другими собачками. Вот, и сегодня такое у нас видео. Мы посмотрим, насколько Фане это будет интересно и как она со всем будет справляться. Дома, между прочим, мы тоже занимаемся. Это не то, что Фаня у нас ничего не умеет. Потихонечку Фанечка у нас тоже дома дрессируется. Вот, пару команд мы выучили самостоятельно. Она у нас такая умная собачка. Вот, так что смотрите видео дальше и увидите, что у нас получится. Фани! Фаня, ты идешь на занятия? Фаня! Поставили, скажем так, с левой стороны собачку и работаем над переходами положения усадки и укладки постановления, производя рывочек назад под 45 градусов давления на задницу. Вот здесь вот две болевые точки, давим на них пальцами. Команда, сидеть. Что это было? Сидеть. Молодец, хорошо. Только делать. Поднимаем поводок вверх-вниз, вверх-вниз, подгон 90 градусов, давлением на холочку. Команда, лежать. Вы поднимаете поводок вверх и резко отдергиваете вниз, ага. При этом сдавливая на холку. Заведя руку назад и резко дергая перпендикулярно 180 градусов вперед. Да. Угу. Стоять. Вот у нас состоять мы не умеем. Она все и время... подглаживаете под живот до сих. Повторяюсь. Сидеть — это рывочек назад под 45 градусов, давление на задницу. Сидеть. Угу. Команда лежать в вашем случае даже было бы проще. Берете вот так передние лапки и выкладываете вперед, при этом поглаживая по спине. Завели руку назад и резко дернули вперед под 180 градусов. Команда, стоять. При этом одновременно стоять, подглаживая под живот. Повторяйте. Нельзя! Кто думает, что это да? Рывочком назад. Давление на задницу. Команда, сидеть. Сидеть. Рывочком вверх подняли воду. Лежать. Давление на холочку. Это где лопатки. Команда, лежать. Лежать. Приняли вот и собаки. Ой, какая ты мне молодец. Поглаживаем по спине. Моя. Лежать. Лежать. Молодец. Ставим. Стоять. Смотрите за ходом моих рук. Повторяюсь, я для собаки чего сказал? Она меня опасается. Это нормально. Раз, два. Рядом. 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 Берем. Молодец, стоять. Сидеть. Назад дергаем, Сидеть. Вот так, вот сидеть. Правильно. Ближе, ближе, еще ближе. Еще ближе, Сань. Да. Вот. Да. Ну, поворачивается, двигаемся. Давай. Сначала тут уметь. Пускаем поводочку. Собака с левой стороны. Подравнялись. Поводок попустите. Поводок должен провисать. Еще больше провисает. Хара, вот, отдергивайте. Хорошо, команда рядом. Двигается, пошли. Молодец.
Молодец. Рогом, шагом марш. Подравнялись. Думайте, как вы двигаетесь, тянет вас собака или нет. Кругом, шагом марш. Отлично. Будешь ты работать без зарплаты. Дергаем, команда рядом. Хорошо, Ксения, дергаем. Ксения, кидайте по воду, поступайте ногой. Отходите, отходите, отходите. Пока вы не выработаете условный рефлекс, пока вы будете вот так вот долбаться. Потихоньку, помаленьку, ну да. Тебе усложнение жизнь. Ворота. Ворот. Да. Вроде там каналка, помнишь? Место. Вернулись, уложили. Ну что же, надо, понимаешь? Володя, нет предела совершенству. Надо работать. Фани. Фаня. Вернули. Активней. Вы. Бежать. Возвращаемся быстрее. Бежать. Ну, то же самое, о чем. Бежать. Возвращаемся. Резко рывком вниз. Бежать. Ложим. Провисал практически. Резко держите. Берете ногой. Вот так вот. И наступаете. На полотно. Давайте. Еще. Да ничего. Вот так вот. Повторяйте лежать. Бежать. Все. Она сдалась. Но не отходим резко. Медленно. При подзыве остановись. Сиди. Лаком. Одной рукой лакомство предлагаю. Второй рукой делаешь жест. Давай. Ко мне. Лапоса поставь перед собой! Лежать. Остановка. Ложим. Раз. Бежать. Два. Бежать. Три. Бежать. Шагом марш. Вперед. Медляк. Медленно пошли. Медленно. Топ. Медленно. Дико медленно. Это медленно. Вот топаем, как будто подкрадываемся, когда хотим кому-то дать пинка. Рядом. 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 Медленно двигаемся, работаем на руках, поводки попущенные. Рядом. Отлично. Два рывочка подряд. Бегом, шнель, побежали. Бежим. Собак дергаем. Кругом. Шагом марш. Подравнялись. Обычным шагом. Помогли мне. Я уже ухнулась. Там рядом. Молодец. Рядом. Отдохни. Цель будет очень простая. Механическая команда ко мне. То есть механический круг делается в процессе. Команда сидеть, команда три шага рядом. После этого команда гуляй. Противоположную сторону отбегаем. Одновременно подтягиваем за поводочек до окончания поводка и садим перед собой. Демонстрирую. Рядом. Гуляй. Ко мне. Но я не буду садить, бо мы уже отбываемся. Сидеть. После усадки, команда, рядом. Сидеть. Все.
Команда сидеть. Сидеть, Фаня, сидеть. А, я сидеть. Гуляй. Гуляй. Побежали от собак на обратно. Камни. Камни. Наконец-то. Показательное выступление на защитно-караульной. Это норма для выставки. Собака должна привыкать к этому. Идешь ко мне? Место! Имитируем драку. Кричи, что было формулировано. Хорошо. Этой причине нужно дома брать тряпочку и разжигать. Ну вот мы имеем ситуацию. Потихоньку это выправляется. А мы дома такими играми просто играемся, он не знает. Пока нам это страшно, очень высоко. Давай, наши первые преграды в жизни. Пошли, Фани, идем с мамой. Идем. Фани, с мамой. Идем. Молодец. Умничка, мама. Покажи нам, какая ты. Где тут такой ты у нас? Молодец. Опа! Итак, вы смотрели наше видео, вы увидели, как все происходило. Спасибо нашему тренеру наших собачек, кто это проводил, Диме, спасибо. Вот, и самое главное, да, уделяйте внимание и занимайтесь собачкой. Вот сегодня я увидела, да, как идет как коррекция поведения собаки, чтобы они были адаптированы друг к другу. Вот, мне очень даже понравилось, я вам скажу, не знаю, как Фаня, она лежит бедненькая под впечатлением, потому что это было первый раз для нее такое мероприятие, таких большие собаки, она и не видела таких раньше больших собак. И всем спасибо за просмотр, оставайтесь на нашем канале, также мы планируем посещать и выставки, будем выкладывать свои материалы, и наши дальнейшие тренировки, с этих тренировок вы можете взять себе что-то, да, какие-то идейки и как это делается. Вот что еще хочу самое главное сказать: ставьте лайки, обязательно смотрите наши видео, мы будем стараться интересные видео снимать, а самое главное, на нашем канале они просто жизненные, да, таких как людей просто, которые имеют собак, мы не великие специалисты, но мы любим животных и стараемся наших собачек держать в тонусе. Подготавливаем, между прочим, к Фаню, к выставке. Мы начинаем немного заранее, так как мы, это сказать, не заранее, потому что мы на одну опоздали, на которую нам предложили. Но мы готовимся теперь заранее к другой. Мы серьезно к этому подходим. Всем спасибо, ставьте лайки и пишите комментарии.
Всем пока!